Друзья, доброе утро. Ох, мы сегодня проснулись 5:30 утра с Ульяшей. Сейчас пытаюсь что-то приготовить, покушать. После уберусь. Но время уже, конечно, кстати, 7:30. Но я еще пока ничего толком и не сделала. Себя, конечно, плохо снимаю. Стою в ночной рубашке. Но решила что-то поснимать. Сегодня 21-е. Ой, извиняюсь, 22 мая, суббота. Всех с выходным, скажем так. Сейчас покажу, что готовлю есть. Но готовлю сегодня особо там ничего такого готовить не буду. Ну, сейчас покажу вам. Варю я спагетти. Вот не знаю, стою и думаю, может быть, их сделать с тушенкой. У меня есть тушенка, она прям такая хорошая. Уже, конечно, я сварила Ульяшечке кашу манную. Здесь, видали, какой погромище. Все, сейчас буду убирать. Ульяш моя, гляньте, мне конфеты поразбросал, мяч притащила. Ой, короче, бардак. Навела кофе, уже почти что допила. Ой, еще глотануть. Кто если завтракает, приятного вам аппетит, мои дорогие. Суп там у меня еще остался. Варить пока не буду. Сварю, наверное, супчик я завтра. А может быть, кстати, сварю сегодня. Посмотрим. Я сейчас пойду схожу попозже. Пойдем с Ульяшечкой гулять. Погода вроде бы солнечная, так неплохая. Исходим в магазин тогда. Вон моя киска мяукает, ползет. Показывать не буду, она у меня тоже раздетая. Умылись, еще вот не переоделись. Я не переоделась, она вообще не оделась. Так, что-то я говорила, забыла. А, нужно сходить в магазин, что-то купить, поесть. Поесть нужно уже. Вообще мне по-хорошему нужно уже затариваться. Я люблю, когда у меня запас еды. Ну, как мне сделать это с Ульяшей одной? Я без понятия. Нести тяжело будет. Во-первых, сумки. И затариваться, конечно, я люблю в супермаркет какие-нибудь ездить. Ну, а нас здесь что, Магнит да Пятерочка. Ну, все равно сейчас что-то пойдем с ней купим. Да погулять нужно. Так что вот такое утро у нас. Сейчас это я уберу, конечно, чудо-горшок. Кашу варил, закончилась. Ульяшка прям кушал, конечно, с большим удовольствием кашу «Дружбу». Ей нравится. Вот сейчас надо тоже, как у меня гречка закончилась. Надо гречку купить. Ой, что-то я вот макарон прям, конечно, закинул варить. Чуть маловато. Маловато будет. Обычно я готовлю всегда как... Побольше делаю пропорции. Что-то все быстро так заканчивается по поводу еды. Какой-то ужас. И вот теперь стою и думаю, стоит ли мне добавлять тушенку. Тушенка, банка у меня хорошая, такая большая. Плюс еще тушенка прям очень хорошая. Это приезжала мама в гости. Привезла мне тушенку. Мы всегда покупаем эту тушенку. Конечно, я не буду называть производителя. Как делать рекламу я не буду, скажем так. Но вот всегда берем мы ту тушенку. Так, так что... Вот не знаю, у меня, правда, еще есть котлеты... замороженные. Но это вы знаете уже давно. Как, кто меня смотрит, они знают, что я делала полуфабрикат. Думаю, может быть, котлет пожарить. Ну, сейчас посмотрю. В
принципе, возможно, и тушенку добавлю. Единственное, почему вот я ставлю сомнение по поводу тушенки, я боюсь, не будет кушать Ульяна. Поэтому терзает меня еще сомнение по поводу из-за этого добавлять или не добавлять. Сейчас тоже, вот я сварю макарошки-то. Нужно убрать все дома. Бардак ужасный. Ой, хоть убирай, хоть не убирай. Конечно, Ульян, когда была маленькая, такого бардака не было. Сейчас стала постарше. Все ждешь, когда дети подрастут. Думаешь, будут более самостоятельней. Меньше будет хлопот. Да, не там-то было. Наоборот, все наоборот происходит. Уже лезет везде. Вот пока я стояла, варила кашу, она залезла в стенку. У меня там лежат квитанции на квартплату. Все повытаскивала. Говорю, Ульяна, конфеты взяла. Конфетой поиспачкала все зеркало мне. Говорю, ну это вообще, ну зато хотя бы не мешает мне готовить. Уже плюс. Уже плюс. Так что будем сейчас убирать все. И потом пойдем с ней гулять. Наверное. Да не наверное. Конечно, буду снимать, поснимаю. Все-таки постараюсь, если там гулять никто не будет на площадке. А то, говорю, вот гуляем, снимаю очень редко, потому что детки гуляют, бегают. Ну, снимать-то я же их не буду, чужих детей. И вот не получается мне снимать на улице. И какие-то влоги у меня получаются однообразные. Кто-нибудь, наверное, посмотрит, скажет, она, наверное, из дома не вылазит. Все, дом, да дом снимает. Нет, из дома я вылазию. Но бывает, нет возможности что-то снять. Еще, конечно, плюс. Я стесняюсь на камеру. Никак я не привыкну. У меня такое ощущение, когда вот я иду с вами разговариваю, что на меня прям как-то смотрят, обращают внимание. Ну ничего, привыкну. Привыкну. Люди ко всему привыкают. А сейчас, как говорится, каждый второй блогерством занимается. Поэтому привыкнем. Так что вот так вот. Готовлю дальше. Ой, вот здесь вот посмотрите наверху. Видите, какая я у вас? Все вам показываю, всю свою стромоту. Там у меня таблетки. От Ульяшки спрятала. Лежала в шкафу. Лежали. Но она уже у меня стала там доставать. Ну, где не достаю, для нее это вообще не проблема. Она берет стул, залазит. И вытаскивает. Вот поэтому уже не знаю, куда что класть. Ой, правда, скоро нам будут на потолок все подвешивать. Не знаю, вот интересно, площадки сухо, не сухо. Ну, вроде бы. Поглядите, кстати, вот сейчас пока стою. Не знаю, хорошо вам видно или нехорошо. Сейчас попробую приблизить. Вот посмотрите, какой вырос сорняк. Он высокий. Это просто какой-то ужас. Вот если вам видно. И кто знает, что это за сорняк такой. Напишите, мне прям даже интересно. И как его вывести. Мы когда заехали, вот муж, что он прям как дергал, там такие стебли стояли, чуть ли как не деревья. Он аж с корнями дергал, из земли вытаскивал, потому что там тяпать, полоть, это было бесполезно. Плюс они такие были, прям застаревшие уже. И все равно все выросло заново. Гляньте, ну это ужас, это просто какой-то ужас. Вот выйти... Все бы это убрать.
Ну, с Ульяной я не могу этого сделать. Не знаю, может быть, добрая душа мне найдется, все это дело сделает. Если не будем дергать, это все вырастет. Я говорю, наверное, этажа до третьего. Он прям настолько высокий. Вот опять я вам повторюсь, когда вы заехали, нам ничего из окон не было видно. Вот такая была высота. Никто называется, ничего здесь не делал. Ждали, когда я куплю квартиру и все это уберу. Так, ну все, прекращаю с вами я болтать. У меня сварились макарошки. Буду сливать их. Сегодня решил, видите, как в кастрюле сварить, потому что спагетти, ну я думаю, в духовке тоже получилось. Ну, в другой раз, конечно, я поэкспериментирую. Спагетти тоже в духовке. И обязательно вам покажу. Ну все, мои хорошие, отключаю пока камеру. Попозже встречусь еще раз с вами. Ой, друзья, все-таки я решила добавить тушенку. Макароны я уже слила, я их промыла. Макароны я промываю. Не знаю, многие не промывают. Ну, я не знаю, привыкла. У меня мама всегда так делает. Ну, понятное дело, дети учатся у родителей. Вот поэтому я тоже промываю. Сейчас покажу вам, какая тушенка хорошая. Я, правда, там этикетку, ну как, попыталась все снять, чтобы не делать рекламу. Тушенка, конечно, не знаю, видно вам, не видно. Очень хорошая. Сейчас возьму вилку. Прям вот кусок мяса. Ой. Изо всех тушенок, конечно, это самое лучшее, как по мне. Ну, конечно, не считая своей домашней. Вот видите, вот мясо прям. Не знаю, конечно, по поводу ульяшки. Ну, как раз посмотрю, будет ли есть или не будет. Гляньте, какая прелесть. Прям вот, видите, я думаю, вот видно, как мой телефон, надеюсь, хорошо все показывает. Кусок свиного мяса. Вилочки сейчас я покромсаю. И отправлю к макаронам. Возьму еще одну вилку, поудобнее мне будет. Ой, надо было тарелку мне взять. Побольше, маловато тарелочка, маловато тарелка. Вот что значит правда. Все равно вот так я и рвусь, пытаюсь какую-то показать готовку, хотя по сути здесь показывать нечего. Ну вот как, вот первый ролик у меня там только была готовка и никак я. Ну, нравится мне, друзья, скажем, все это дело снимать по поводу готовки. Ну, самое главное, чтобы кушала Ульяна. Если, конечно, она есть не будет, сварим ей отдельно что-нибудь. Ну, нам тоже макарончики сварю тогда отдельно. И пусть она кушает. Вот что самое интересное. Пельмешки-то она ест. Там что уж тесто и мясо. Ну вот, насчет макарон, короче, посмотрю. Ну, наверное, особо мельчить не надо тушенку. Сейчас вот еще, где крупные прям кусочки.
Все быстро, хорошо. Стоял, говорю, это все стоял, думал, что ж поесть, приготовить. Все уже так, конечно, надоело, вся эта однообразная еда. А ход что-то приготовить другое. Ну вот тушенку я теперь отправлю к макаронам. Подниму сейчас немножко я камеру. Ох, руки мои, друзья, как обычно в камере. Хотела лучок я еще обжарить, добавить, но передумала, не буду. Добавлю я еще немного, прям, ой, пытаюсь себя не показывать, а то не одетая. Растительного масла, без запаха, понятное же дело. И перемешаю. Мяско, конечно, можно было помельче покрошить. Вон крупные кусочки попадаются. Я просто взяла как маленькую тарелку, неудобно было. Ну, сейчас я в кастрюльке, где там сильно крупные кусочки, там их покромсаю ложкой. Аромат, конечно, прямо тушенки необыкновенный. Вот вроде бы покупная, но очень хорошая. Говорю я, сколько лет мы берем эту тушенку, покупаем. И она вот как была хорошего качества, так и осталась. Добавлю еще немножко я маслица. Сейчас вот макароны доделаю. Ну, я уже их практически все сделала. Здесь просто вот крупные куски тушенки. Пойду убираться. Ульян покушал у меня уже. У меня там, ну, я говорила, вон кашку, икра. Так что Ульян позавтракала. Уберемся и пойдем с ней на улицу, в магазин сходим. Короче, дел много. Все, друзья. Вот такие у меня сегодня макароны получились. Пошла я убираться. Ну все, убралась слегонца, так, вот уже оделись, сейчас на прогулку пойдем, не знаю, возможно, жарко ей будет, вроде бы солнышко светит, не знаю, ну, выйдем так, я думаю, не запарится, слегка, видали, хоть прибралась, зеркало надо протереть в коридоре, вон увидела, заляпанное, но это уже не Ульяшка заляпала, это мы сами. Здесь вот тоже все убрала. А то показываю только бардак. Чайник надо поставить. А то стоит на краю. Ну и все. Водичку с собой берем. Вот такая красивая моя ягодка причесная. Правда, коса дыбом стоит. Но ничего страшного. Не стала делать хвостики, потому что... Как, волосики вылазят и будет лохматенькая. А это зато вот хоть причесочка подержится. Эй, какая красота! Ой, не налюбуется бабушка тобой, да? Ну все, мы пошли на улицу. Пришли на детскую площадку.
Ну нет, не жарко, мы оделись, нормально, ветер. На балконе жара, прям я вышла как, но на улице я бы не сказала. Хорошо, конечно, красота, никого нету, но время еще рано. Я, правда, честно сказать, не посмотрела, сколько времени. Пока убралась, пока туда-сюда, пока вот оделись. Даже не знаю. Одела, конечно, вещички старые, говорю, но около дома гонять нормально. А на площадке, мой дом, прям площадка, нам далеко и ходить не надо. Он гоняет, сейчас вам ее покажу. Он бегает, видите? Романушечка моя. Юбку не хотела одевать. Говорю, одевай, дочь, одевай юбочку. Да, правда, юбка красная, толстовка голубая. Да ничего страшного. Колхолочки, авось, розовые. Вам, может быть, не видно, они такие светло-розовые. Сейчас не знаю, сколько будем гулять с ней. Немножко погуляем. В магазин сходим. Потом тогда домой, а вечерком еще выйдем с ней погулять. Ну, час точно будем гулять, не меньше часу, а может быть и больше. Ой, такая взрослая, гляжу, вот видела, раскрутила, запрыгнула. Грибочек мой растет. Ветер, правда, холодный такой, что-то. А я еще был, хотела снять толстовку, одеть футболку ей. Говорю, там, по-моему, жарко, будет хорошо. Не стала я ей одевать футболку. Вея, ну мне там как, под толстовкой маечка. Говорю, ой, упала. Поднимайся, Ульяша. Испачкалась обо что. Ой, обо что-то рука прям чёрная. Сейчас буду вытирать. Иди, моя ягодка, иди. Когда маленькие детки, нет, это хорошо тоже, как нормально. Но когда вот большие... Слезь! Слезай, пойдем домой. Так, сейчас домой пойдешь. Ой, вообще, говорю, уже где лазит. Ну, хоть хорошо послушалась, слезла. Хулиганка. Вот, катайся с горочки, давай. Ну, полтора часа мы не выдержим гулять, прохладно. Нельзя туда! Вот, скажет, бабка шумит. Да, ну, порой приходится шуметь, чтобы что-то не делала. А то бы проскочила и упала бы. Ай, давай потихонечку. А! Бу-бу, пупочку отбила, да? А что ж ты так неаккуратно? Давай пожалею, моя девочка. Давай, моя... Она меня целует, жалеет. Ягодка моя. Любимая моя крошка. Такая сладкая. Детка любим. А внуков еще больше. Давай, съешай. Ой, моя ягода. Ой, ты моя умница. Ульяша, не падай, а то домой пойдем. Чем надо запугивать. Площадка, конечно, красивая. Но маловато, все равно качели. Могли бы что-то придумать получше. Нельзя, Ульяшенька, так. Я боюсь, ты упадешь, детка моя. Нельзя, я сказала. Хотел как лечь на живот и скатиться. А то прям тогда лицом сразу об асфальт. Все съешет. Хулиганистые. Да и только. Сейчас попробую говорить ее, сходить за велосипедом. Он в подъезде у нас, да, может, на велосипеде лучше покатаемся, походим. А то здесь вон так ветра дует постоянно. Прям
холодно, я уже замерзла. Привела меня на другую площадку. Ну, сюда бы я, конечно, не хотела. После дождя. А, ведерко не взяли, да, зайчик? Ну, миленькая, потом возьмем тогда. Пока так. Ой, Дося, тут и горки такие все грязные, здесь песок, потому что. Что? Что? Что такое, а? Где? Пойдем за ведерком домой. Ну дай мне руку, там машина. Иди сюда. Непослушная. Друзья, пришли с магазина, но мы сейчас опять пойдем гулять. Просто хочу сделать небольшой обзор. Вот картошку купила. Покупок что сделал. Не плачь, Варю, сейчас пойдем гулять. Хлебушек. Макароны взяла. Я сумку еле дотащила. Сосиски. Ульяш, не плачь. Томатной пасты я прям понабрала. Они такие маленькие упаковочки. Я люблю такую. Пока есть. Прям вот много набрала. Не буду показывать. Да сейчас пойдем. Не скули, пожалуйста. Макароны. Тоже еле, говорю, волокла. Ужас. Рис. Гречку. Да, идем. Кофе купил себе. А, чупа-чупсик, да. Ульяш вот чупа-чупс купила. Открыть? Ой, нос вытри, стоишь. Все, мы сейчас гулять пойдем. Я ж тебе пообещала, плачет, боится, гулять не пойдем. А я говорю, Ульян, сейчас отнесем, а то, говорю, сумкой гуляет тоже. На, держи. Пока чупа-чупсик. Сейчас мы сделаем обзор и пойдем с тобой. Опять томатный паст. Пасту, говорю, прям понабрала. Чупа-чупсов, Ульяш, что уж там, охапку взяла. Даже не знаю сколько. Рис опять. Ой. Курицу. Ну, я в магните была, там все покупала. Манную крупу. А. Ульяшечки, яблоки взяла. Ну и лук взяла. Лук мало взяла там. Выбирать было не из чего. Да, чупа-чупсы. Бульонные кубики взяла. Сейчас, сейчас. Вот еще чупа-чупсы. Ну и все. Картошки я вроде вам показывала. Вот представляете, сейчас покажу. Вот это все я тащила на себе. Плюс еще, конечно, картошка. И там вон еще курица лежит и яблоки. Говорю, плечо болит до ужаса. Сейчас все по-быстренькому к холодильнику беру. И пойдем с ней опять на прогулку. У нас на площадке Ветроду, я вам сказала. А в магнит пошли, а там дышать нечем. Фух, живем в туннеле. И вот не знаешь, как одеваться. До магазина идешь, прям жара. На площадке холод. Так что вот такие вот у нас покупочки. Сейчас по-быстренькому все раскидаю в холодильник, в шкафы. И на улицу идем дальше с ней гулять. Ну, по второму заходу пришли гулять. Довольные. Она думала, я ее обманываю, плакала. Домой затащил, говорю, Ульяш, ну надо сумочку отнести тяжелые. А сейчас стали выходить, целует меня, нацеловывает. Говорю, Господи, сколько ж в тебе благодарности. Ой, здесь прям вот на этой площадке жарко так. А на той ветрище дует. О, провалилась нога. Угу. Юбка, по-моему, спустилась, что ли, у нее что-то прям длинное, аж по колено. По колено. Ну ничего, а то, правда, сильно коротко-то уже одевать. Это летом тогда сейчас, когда вообще будет жарко. Носочки, юбочку. От радости малышей. Много ей не нужно. Вышли погулять. И все, она довольная. Ну, будем гулять, конечно, долго.
погуляем. Ну, конечно, планирую я и вечером выйти погулять, а там посмотрим. А, мышку забыла взять. Ну, что теперь, сама забыла, Ульяшечка моя. Мышку забыла свою игрушечку взять. Ага, привет, Галюнь. Соседка. Я тут фотографирую тебя, ха-ха. Ну, что я буду все рассказывать, что я делаю. Так что посмотрим вечером. Ну, пока будем гулять, я думаю, часа три погуляем с ней. Ну, не меньше двух, это точно. Вот, так что вот такие дела. Куда она ушла? Там горка такая грязная, песок. Доченька, не надо ручки, детка. Ульяша, не надо. А то будешь грязненькая. Убирает песок, с горки стоит. Ну все, мои дорогие, гуляем. На площадке. Вон тоже мальчик пришел на площадку. Играет с ним на горке. Ну все, мои дорогие, буду я с вами прощаться, закруглять свой влог. Показала вам утренние свои разборки. Что у нас происходит. Обзор покупок показала вам. Конечно, покупки такие, как сказать, нужные, обычные. Ничего там особенного я не купила. Экономлю финансы. Ну и, наконец-то, показала, как гуляем. Спасибо вам огромное, кто ходит ко мне, смотрит меня от начала до конца. Огромнейшее вам спасибо. Я за это вам очень-очень-очень благодарна. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать, приходите, подписывайтесь. Буду вам очень рада и благодарна. Всем до свидания, до новых встреч. Пока-пока. Целую, обнимаю. Пока.